Сделайте глубокий вдох. Накрытите. Открывайте глаза. А у меня ангелочки летали с крылышками в глазах. Да, это здорово. Вообще прям как в мультиках. И теперь вы, в принципе, можете вернуться к своим ощущениям, вот то, что мы писали в начале на листочках, да, и проанализировать. Ну, видите, не все, был большой список, да, но, допустим, возможно, в каком-то пункте, там, вы понимаете, что можно вычеркнуть, там, негативные мысли можно вычеркнуть. Проанализируйте, насколько поменялось ви, либо не поменялось ваше сейчас эмоциональное состояние, исходя из того, что вы написали на листочке. Либо, возможно, у вас что-то как бы наоборот, что-то новое появилось, то, чего вы, допустим, до этого как-то не чувствовали. И нужно будет снова потом подняться. Но уже когда вы понимаете, что вы уже готовы подняться. А надо лишь? Не-не-не, то есть вы можете сейчас сесть, прописать на листочках, что поменялось в вашем состоянии, что-то, может быть, ушло, что-то новое добавилось, прописывайте. То есть все, что вам приходит в голову, все, что вы чувствуете, это все про вас, это все ваша информация. То есть тело вам, ваше тоже подсознание вам подскажет. И дальше мы снова поднимемся наверх, выполним те же балансовые упражнения, вы тоже сравните, насколько они вам сейчас второй раз легче даются, и будем их, в принципе, чуть больше уже повторений выполнять, потому что у них тоже есть определенный смысл, о котором тоже будем дальше говорить. Как правильно считать, пока упал на вторую ногу, или там гнешься? Пока можешь удержаться. То есть, если, а если я уже вот так? Да, если качаю, то ты все равно стоишь, это нормально. То есть все равно стопа, она ловит этот баланс. То есть это еще да. То есть как только уже все, вес перенесен, все, тогда уже стоп. Встаем, да? Да. Ноги начинайте, можете стоять, с которой до этого начинали. Помню, что у нас спина остается ровно, бока равной длины. Мы чуть больше повторений сделаем. Колено вперед, руки вперед, нога опускается, но вес мы не переносим. Нога в сторону и руки в сторону. Вспоминайте свои первые ощущения, насколько первый раз это было тяжело либо легко, и как это выполнять вам сейчас. Тоже сравнивайте, легче либо нет. Тут честно, то есть, если не чувствуете разницы, значит и отмечайте, нет, не чувствую разницы. Если понимаете, что стало такое более спокойное состояние, более, так скажем, собранное, и вы понимаете, что вам стало легче намного это делать, тоже это получается. Это пока не закрытыми глазами. Нет, пока с нашей динамикой мы делаем. Меняем то же самое на другую ногу. То есть вы можете поменять вот эти, допустим, если вы делали первый раз, когда колено вперед, руки вперед, можете второй вариант на другую ногу, например, нога в сторону и руки в сторону. А, мы сейчас пока что... Я сама перепрыгнула. Саша делает с языка, я вот на то слушала. Пока в динамике. Тоже сравнивайте правую и левую сторону, потому что может быть тоже разница. Может получиться так, что вам на левую стало легче, на правую сложнее. Ну, по идее, вообще, после вот этой вот техники, после вот этого контакта с самой собой, со своим телом, вам должны эти упражнения сейчас немножечко легче даваться. Что-что? Это есть. Да. Хорошо. Теперь снова меняем ногу, и теперь будем закрытыми глазами считать, сколько мы секунд стоим. Тоже выбирайте либо вот этот вариант, либо вот этот вариант, как вам хочется. То есть вы вначале с открытыми глазами, вы вначале поймаете вот это равновесие. То есть если вас уже сейчас трясет, то вы закроете глаза, точно как бы потеряете это равновесие. Все, есть равновесие, и спокойно закрываете глаза и начинаете спокойно считать. Качает. Кто остановился, на другую ногу тоже считайте. В кроссовках будет неудобно делать, потому что нет опоры в стопе. Я думал, наоборот. Наоборот теперь. Вообще, я вообще как бы сторонник, ну не то, что сторонник того, я вообще когда на тренировках, наша стопа должна быть функциональной. То есть вот хорошо вообще как
как босиком, то есть чтобы наши вот пальчики, они прям широко были. В кроссовках они, тем более вот в таких, да, они вот в таком положении, в треугольнике, и они уже не могут создать нам, для нас опору. То есть должна быть для нас вот такая, вот как у детей, да, ножка в форме треугольника. А нас, как бы так скажем, общество загнало в такое, что у нас этот треугольник в другую сторону стал. Почему-то решили, что обувь должна собрать все наши вот пальцы, а пятка, наоборот, широкая. И, соответственно, вот нет этой опоры. Пальцы должны быть широко, то есть вот этот вот треугольник должен создавать нам опору. Кроссовки не дадут такой опоры. Это так кажется, что это... Да, когда, если все время занимаетесь кроссовкой, понятно, что стопе будет неудобно. Ну что, получилось разницу? Вы чувствовали разницу? Да, легче, тяжелее? Да, постабильно. А по то, что на секунду засекали, получилось дольше постоять? Чуть-чуть дольше. Чуть-чуть дольше. А как по своему принципу внутреннему состоянию? Что-то поменялось внутри? У меня, да, если честно, как-то все ровно. Все шикарно. Видите, у вас и было все ровно, да? Да, да, да. У меня и было, да. Когда человек действительно вот пришел вот на эмоциях и действительно с такой вот тревогой, понимая, что это его вот прям вот тяготит, это забирает у него ресурсы, энергию, тогда легче немножко просветлить. И когда мыслей много, он понимает, что уже... Вроде бы, так скажем, вроде бы они есть, но я к ним уже более спокойно отношусь. Хорошо. Если проще, коротко. Получается, закрываю глаза и просто концентрируюсь на всем одновременно. Дыхание, ощущения в теле, звуки, запах. Четыре опоры? Да. Там глаза не обязательно даже закрывать, то есть они могут быть открыты, могут быть закрыты. Вы принимаете удобное положение. Нежелательно, ну, не то чтобы нежелательно, лучше, если вы будете все-таки сидеть, будете вытяжение за макушкой вверх. То есть либо по-турецки, либо на стуле сесть, но с ровной спиной. Все, и вы можете включить какую-то любую музыку, которая вам нравится, спокойная музыка, можете мантры, например, включить. И все, и вы погружаетесь в себя, то есть просто вот анализируете, можете по порядку, там, вначале подумать о своем дыхании, как вот мы по порядку вначале шли. Потом можете пробовать в разнобой, и каждый раз пробуйте все дольше, то есть 5 минут, вот мы сейчас были, 5 минут мы проходили по каждой опоре, потом 5 минут вы в сумме были, это 10. А вы потом можете самостоятельно практиковать 10, 15, 20. 30, то есть это будет больше этот навык вырабатываться. Точно так же, это как, в принципе, как и в тренировках, это навык, который нужно вырабатывать. Точно так же с балансовыми упражнениями. Они, почему я их вообще, в принципе, дала, балансовые упражнения, они, во-первых, как показатель вашего состояния, то есть если у вас, вы, в принципе, все как бы хорошо справляетесь, потому что вы и внутри спокойны. Человек, у которого много внутри будет этих тревожных мыслей, он в таком, ну, в депрессии, наверное, нет, но в таком, в тревоге, да, он и не сможет баланс делать, потому что его внутреннее тревожное состояние будет его и снаружи трясти. То есть уже, в принципе, это показатель. А во-вторых, балансовые упражнения, выполняя их, вот вы сами по себе заметили, да, как вы на нем начинаете сосредотачиваться, так, мне нужно посчитать, руки туда, то есть вы включаетесь опять же в свое тело, в свои ощущения. И если бы какие-то у вас мысли бы и до сих пор были бы негативные, они бы ушли, потому что вы сосредоточены на своих ощущениях в теле. Точно так же и в этой технике, не четыре опоры. Невозможно в этот момент еще думать про что-то негативное, когда вам нужно думать про дыхание, про свои чувства, про то, что вы слышите, про то, что вы видите. То есть это вот позволяет, так скажем, уйти вот от этого всего. И постепенно, вот вырабатывая как бы этот навык включаться в саму себя и отключаться, ну, условно отключаться от этого негативного, вам потом будет проще просто на эти негативные какие-то вещи, моменты реагировать. Понятное дело, что они от вас там просто так, как чудо какое-то, не уйдут. Просто ваше отношение к каким-то таким условно негативным вещам, оно будет другое. Вот, так, это мы сделали. Это что у нас касалось избавления от того, что у вас было там негативного, деструктивного. Вы можете тоже сейчас вот на листочках еще и после упражнения еще тоже вычеркнуть, если чего-то, по крайней мере, на данном этапе вы чувствуете, что, в принципе, уже там по поводу этого у меня каких-то волнений нет. По поводу, допустим, вот этого пункта у меня уже тоже тревоги нет. Тоже ты можете вычеркнуть. Садимся. Сейчас тот момент, когда уже можно будет лечь. Да. Только смотрите, так как мы все-таки в открытом пространстве, немножко звук чаш. Когда до этого играла музыка, вы слышали? Я пару раз как бы так цепляла. Да. Слышно, да? Но слышно только бзынь, а вот эти вот низкие, высокие частоты. Все слышно было. Слышно, я, да? Все слышала, даже очень хорошо. Когда просто в закрытом пространстве, оно как бы не седает этот звук, просто к тому, что можно как бы так чуть поближе. Я буду в любом случае как бы чашами проходить, чтобы у каждого был свой звук. У меня слух такой, что я все слышу. Не знаю, как у других. Контроль. Даже слишком. Что? Контроль. Что контроль? Все, слышишь, не можешь отключиться. Не можешь не слышать. То, что все время слышно? Ну, да, да, в какой-то такой степени. Газ, звуки, вот Испания, шумная страна, в той же самой Европе. С кем-то один пишет.
слышит всех соседей. А вот эти мопеды это особо. А мопеды это да. Это прям моя проработка такая, да. Мне иногда хочется вот всех, у кого есть эти мопеды, просто отнять права и право управлять ими, потому что эти трещотки это невозможные просто. Да, есть такое. Просто знаете, вот, на что вот наше внимание, то того у нас и будет больше. То есть чем мы больше раздражаемся, там гавкают собаки, кричат там соседи, вот эти вот мопеды жужжат, да, возможно, вы это замечали, тем больше вы в своей жизни это вы слышите. То есть чем больше вас мопеды раздражают, а вам кажется, да боже мой, по этой улице иду мопед, тут мопед, тут мопед, под окном мопед. Прям матрица по заказу, а вот эта практика, она и поможет. Понятно, что тоже сразу не произойдет. То есть, ну сколько раз я замечала, когда удается в медитации погрузиться, отключиться, все, уже собаки не гавкают, тишина. Потом где-то только раз услышала, зацепила, что вот меня раздражает, как гавкают собаки, громко еще такая акустика. Все, сразу же, кажется, со всех углов собаки повыскакивали. То есть вот эта техника, она тоже поможет немножко, так скажем, сесть и уйти в себя. Если получится действительно отключиться, уйти в себя, даже будут проезжать мопеды, вы реально их не будете просто слышать. Потом их и не будет. Потом их и не будет. Но и не нужно отправлять негатив. То есть важно... Ты понимаешь, что нужно, но слух же работает меньше, чем в секунду. Ты слышал, уже пошло раздражение. Я понимаю, что он очень быстро это срабатывает. Доля секунды даже не можешь сдержать. Вот прямо в мозг идет. Прямо хорошо. Серпом. Да, и принимайте. Так, да, хорошо. Я сейчас испытала раздражение, меня это раздражает. Но я в этом, но мне это состояние не нравится, я не хочу в нем оставаться. Что я могу сейчас сделать для того, чтобы изменить свое состояние? Все, я успокаиваюсь, потому что одно дело, да, услышать, почувствовать, мы от эмоций чувств тоже никуда не избавимся, а другое дело, если я в них еще начинаю тонуть. Испытала на кого-то злость, разозлилась, это нормально, это тоже чувство. И нормально на кого-то злиться, но просто да, я признаю, да, я разозлилась, да, меня это раздражает. Но я потом не сижу и не начинаю там еще больше злиться, еще больше раздражаться, или еще потом на себя злиться за то, что я на кого-то еще злилась. То есть я просто принимаю, ну да, у меня есть такое чувство, да, есть такая эмоция. То есть позволяем этому быть. Но просто не тонем в этом. Точно так же позволяем этим мотоциклам быть, но стараемся как бы не акцентировать на это внимание. А можно просто сеять. А можно взять винтовку. Ну вот, и тогда вы... Я просто хотела сказать, и начать кармы, творить справедливость. Вот тогда такая справедливость и будет в вашей реальности. То есть если вы будете, наоборот, сеять вот семена тишины, то есть вы нигде не нарушаете, так скажем, покой других людей, и там делаете определенное посвящение, это тоже определенная техника, и с проговариванием, для чего вы это посвящаете, тогда этого будет тому, чему вы посвящаете, будет больше, а чего вы хотите избавиться, будет меньше. Но если вы направляете такой же какой-то негатив, чтобы у них там мотоциклы сломались или еще что-то, то есть наша карма, это наши и мысли тоже. То есть это вполне возможно, что это потом навернется. Заметьте такую закономерность, чем тебе хуже, еще добавляется. Ага. Не выспался, все достало. И вот это уже последние капли эти мопеды. Ну это вот про то, что когда мы зацепились, то есть... Когда энергетика падает, да, 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 да. Так это вот потому, что зацепили за что-то первоначально негативное, когда говорят там, день не задался. А он не задался просто из-за того, что утром что-то такое произошло, и вы за это зацепились. Там поругался кто-то там с мужем, и все, и весь день я начинаю вспоминать, как я ругалась там с мужем. И, соответственно, на этих моих низких вибрациях, на этом негативе, и все вокруг начинает вот так и происходить. То есть как бы через принятие, что там что-то такое произошло, смотря как я на это отреагирую, вот так мой день дальше построится. То есть, в принципе, осознанно либо неосознанно, но мы сами выбираем, как наш день пройдет. Поэтому мы здесь и собрались послушать учителя. Незапланированная лекция пошла. Да. Я заметила по себе, что когда мозг чем-то занят, ты не слышишь ничего и вот никого. Вот. Да, это вот когда у тебя время. Что-то в голове хорошее, ну в основном хорошее, ну плохое тоже, наверное. Ничего не слышишь. А меня спасает никакие... работа. Или горы, или ныряние. Вот я когда ныряю, я ничего. Когда я на доске хожу по морю вот так, я ничего не слышу, не вижу. Я в счастье. Когда я в горах забираюсь на гору, я просто в счастье. И я про все забываю. А нет, еще... нет мотоциклов, нет ничего. То есть нам счастье дает природа. Когда меняешь обстановку, тогда все по-другому. Но потом возвращаешься, и оно брынь-дзынь. Потом возвращаешься, ты более спокойный, мне кажется. Тебе не так раздражает. Нужно всегда менять обстановку. Когда сидишь всегда в одном месте, ну это я свои чувства. Да, у каждого свои способы, их просто нужно найти. Да, когда в одном месте сидишь, тебя начинает все раздражать. А когда уже куда-то туда-сюда пошел, погулял, поехал куда-то. У моря ходить очень полезно. Да, себя из моря. Если живете у моря. Я вообще люблю. Я вообще не могу, я каждый день почти хожу вдоль пляжа.
И меня это так просто, такое счастье дает. Ну, сейчас я живу у моря, а вообще я живу не у моря, к сожалению. Ну, в горах? Не, не в горах, в городе. В городе. В городе тяжелее, там это нагнетание везде. Ну, есть такое. Ну, спортзал есть, может быть, недалеко. Есть, ходила. Не помогал? Ну, мне больше нравится одной вот так вот. Там шумно, закрыто, воздуха нет, мне плохо там стало. Мне нужен воздух. Значит, надо очень. Дальше искать. Да, тут у каждого свой способ. То есть здесь просто в том, что важно в том, чтобы соединять, вот, в принципе, про что у тебя сегодня тоже было, соединять работу с духовным телом и с физическим телом. То есть, да, какие-то такие практики, медитации на успокоение своего эмоционального состояния души, но должны быть какие-то и физические активности. То есть буквально в смысле какой-то спорт, какой-то там фитнес. Очень даже, помогает. Да, либо очень. Кому-то просто нравится гулять. Гулять вообще просто ходить полезно. То есть мозг шевелится и генерирует просто идеи. Вот кому-то вот велосипед. То есть это уже просто каждый что-то свое выбирает. Ну просто, так скажем, медитация — это то, что вы можете позволить себе, так скажем, ну, в любой момент. То есть вам не нужна какая-то экипировка, время, то есть там 10, 20, 30 минут всегда, в принципе, можно найти для себя. Ну что, будем с чашами. Можете сидеть, можете лежать, как вам хочется. Тикток я остановил, потому что он мне написал предупреждение, что опасность эта трансляция ведет, потому что мы продаем, ты продаешь никотин, табак и так далее. Где они это увидели, интересно? Вот я тоже, я тут же подал апелляцию, бесполезно, так и осталось висеть. Значит, ваша трансляция пропагандирует там что-то табачные изделия. Ну, ТикТок у него конкретно сдвиг. Может быть, вот на эти чаши он как-то определил робот ТикТока. Смешно. Ну, в общем, так, я получил еще предупреждение. Так что мы тебя пишем на GoPro, потом я тебе эти все файлы отдам. Хочешь, я залью на YouTube, как удобнее. Да, потом обсудим. Окей. Смотрите, я включаю такую мантру, которая активирует, так скажем, силы неба, земли, огонь, воздух и то, что наполняет нас именно от ресурсов и энергии. Она будет, так скажем, на фоне играть, можно на нее там сильно не сосредотачивать внимание. И дальше будет именно работать с чашами, тут уже определенный запрос. То есть сейчас наша цель, за счет вот этой медитации, себя как раз-таки наполнить энергией, наполнить себя ресурсом, хорошим настроением, потому что от всего негативного мы избавились, теперь нам нужно все пространство наполнить. И опять же, тоже здесь старайтесь максимально расслабиться, да, погрузиться в себя, возможно, какие-то ответы вам на вопросы придут, будьте в спокойном состоянии. И снова, если будут какие-то приходить такие негативные мысли, вы понимаете, что они вас действительно тревожат, у вас уже есть, так скажем, памятка, есть вот эта практика 4 опоры, вы сразу начинаете переключаться на свое тело. На свое тело, на звуки, на то, что вы слышите, на то, что вы видите. Сделайте глубокий вдох. И медленный выдох. Нам нужно сделать таких 10 глубоких вдохов и выдохов. Дышите каждый по-своему, кому как удобно. Сейчас не буду считать, вы просто про себя дышите и считаете. Нужно делать 10 дыхательных циклов. 10 вдохов и выдохов. Каждый вдох и выдох вы анализируете, считаете. Отслеживайте свое дыхание. Лежите на песке, и ваше тело все глубже и глубже проваливается в песок. Чувствуйте, как с каждым выдохом ваше тело становится все тяжелее и тяжелее. Стали тяжелыми стопы, голени, бедра, ягодицы. Почувствуйте, как вся спина погрузилась в этот песок. Приятно, приятно, что мягкое,
отдавала, ваше тело еще больше расслабляется. Отпускайте все тревоги, все переживания, все волнения. Вас сейчас ничего не беспокоит. Добавляет еще вот этого расслабления. Саша, какие у тебя ощущения? Получилось, зачем я пришла? Да? Классно. Ну, по большей части вы, наверное, пришли не столько за тем, чтобы избавиться от негатива, сколько для того, чтобы расслабиться, просто наполниться ресурсом. Я пришел поучиться. Мне прям интересно. Я хочу научиться этому. Я тебе даже писал вот вчера, позавчера, что я даже спортзал дома сделал маленький, и там вот для коврика место отдельное, я буду теперь тренироваться, уходить в себя. Ну, это надо просто подбирать
так скажем, проводников, то есть кто-то умеет сам без сопровождения голоса просто уходить, он знает, как ему это делать поначалу, чтобы учиться просто находить для себя какие-то медитации, которые вот заходят. Фон, музыка, звук, проводник, то есть тоже должен как-то вот откликаться. У меня, допустим, тоже одна девочка, есть знакомая, у нее такой голос, что я иногда ее просто настройки использую для того, чтобы уснуть. Там, я не знаю, какой-то такой в транс вводит. Некоторые голоса, вот они как бы наоборот вот, не дают расслабиться. То есть каждый просто находит какое-то свое. А потом уже в дальнейшем и не нужен какой-то проводник, просто включайте вот какую-то свою музыку, сами себе настраивайте. Мне, например, просто даже вот эти чаши помогают настраивать. То есть я иногда как начинаю просто включать, я даже не знаю, сколько минут я с ними сижу, и все, и просто вот так прихожу в себя подсказываю. Разные вот эти вот мантры, допустим, как вот это тоже, они с разным акцентом, они тоже помогают успокоиться. Я тренируюсь уже даже под мантры. По-другому в тренировку даже заходят. Я благодарю вас за доверие, благодарю вас за обратную связь, за то, что вообще, в принципе, пришли, за то, что доверили, за то, что все так вот делали. Хорошо, теперь смотрите. Вы можете снова открыть свои листики, то, что вы записывали вначале, и снова вернуться к вашим картам. И попробовать сейчас снова задать себе вот эти вот два вопроса, посмотреть на карту. Видите ли вы какие-то сейчас другие ответы? Может быть, это будет тот же ответ, но более какой-то широкий. Может быть, какие-то еще новые мысли придут. А может, вообще в другом направлении вы ее сейчас увидите? Может, потянем друг друга? Нет, надо с этой доработать. Вторая вообще не будет. Не нравится? Хорошо, если есть такой... Не нравится, непонятно. Хорошо, если есть такой, как бы... Внутри запрос, что хочется еще? Да, всегда хочется. Чтобы сравнить, понимаешь, анализ, поразмыслить. Оно все равно одно другое зашло. Я посидела. Наново или так дорого? Ты хочешь вот сразу уточнить? Я уже побежала. У нас гости. Будут все под дверьми ждать. Ну вот, и пришло беспокойство. Да. Беспокойство пришло. И закончилась медитация. Какие-то родственники, какие-то друзья, о ком-то забота. Надо бежать. Дали бы им ключи, и все, и лежали бы себе, и лежали. Вот так мы каждый себе создаем заботу. Благодарность, то есть возможно больше тогда наоборот направлять, не во-первых, себе принимать благодарность и направлять. А, так мы уже все, да? Все, в принципе, почти.